шо вообще оно такое, этот шмут? Оно такое веселое, что прям... Какое веселое. Мы только улыбаемся. Да, так хорошо. Прекрасно все. Мы наконец-то сплавили детей в море. Василий, добрый день. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Здесь происходит очень интересная вещь. Сейчас будет классная игра. Я не вижу. Следующий. И зеленый арбуз, арбуз с полосатой коркой, арбуз, арбуз ярко-красный внутри. В общем, на шмус попала какая-то дивная чудо-ягода. Никогда вот дети в жизни такой не видали. Мы сами в шоке. Красная внутри, с какими-то зернышками, едят до корочки. Арбуз, арбуз. Раз, два, три, четыре, семечки. Арарарбуз, арбуз. Арарарбуз, арбуз, арбуз. Расскажи, а что они тут кушали? Арбузы, они не вкусные. Как они могут это есть? Это сладкие огурцы. Такое ощущение, как ангелы поют. Такие чистые души, прекрасные люди. И вновь покой нам только снится, проводим мы наших детей. И вместе мы продолжаем грустить о том, что нам осталось меньше дней на этом шмузе провести. Читай!